Республика обеспечит безопасность спортсменов во время чемпионата мира по футболу. Зарубежные команды приедут в Чебоксары на предматчевую подготовку. Как будут охранять тренировочные базы, обсуждали сегодня члены антитеррористической комиссии. Международная федерация футбольных ассоциаций утвердила 64 базы для тренировок участников чемпионата мира. В этот список вошли чебоксарские стадионы «Олимпийский» и «Спартак». Последние события в европейских странах заставляют задуматься о безопасности спортсменов и зрителей. Глава республики отметил, что это приоритет государственной политики. И специальные службы, и правоохранительные органы, и институты гражданского общества, и все должностные лица органов власти, конечно, должны усилить свою работу. Приоритет государственной политики, безопасность людей, она была и остается. Надо будет средства предусмотреть и в консолидированном бюджете Чувашской республики, и через Министерство спорта Российской Федерации, привлекая средства, четко координировать действия всех ведомств по обеспечению безопасности в ходе подготовительных мероприятий. Оба стадиона должны соответствовать требованиям ФИФА. На спортивных аренах установят современное оборудование. Проекты по реконструкции объектов уже разработаны. Стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 134 миллиона рублей. Как уже было сказано, из федерального бюджета на реконструкцию площадок выделяется 80% от стоимости выполнения строительно-монтажных работ и стоимости приобретаемого оборудования. Международным требованиям безопасности должны соответствовать и гостиницы, где будут проживать футболисты. МВД России письмом от 26 января 2016 года с целью усиления мер антитеррористической защищенности в местах размещения команд на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года рекомендовала применение на указанных объектах стационарного металлообнаружителя, рентгенно-телевизионной установки и носимых технических средств досмотра. Обеспечивать безопасность гостей во время чемпионата мира в 2018 году правоохранительным органам поможет опыт работы на масштабных мероприятиях. Республика успешно провела немало международных мероприятий, в числе последних форум России «Спортивная держава» и чемпионат Европы по легкой атлетике. Юлия Важинина, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков. Республика.